Ну что, мои маленькие любители экстремизма и насилия, сегодня мы продолжаем проходить Хатред. Ой, мы оказались на поезде. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Ух-ух-ух, скоренько, скоренько. Я думаю, в поезде мне больше потребуется дробовик. Да, приятель? Ой, как хорошо разлетается все как. А какие-то вы скучные, надо перезарядиться. О, другое дело пошло. Ой, откуда у тебя пушка? А у тебя откуда пушка? Это что, здесь менты ездят, что ли, в этом поезде? Так, добьем одного ублюдка. Так, предупреждаю сразу, если я кого-то оставляю живых, это значит, что на всякий пожарный, допустим, да, сложная ситуация сложилась, надо хп, надо назад вернуться. Я поэтому и оставляю позади живых некоторых, как для мяса, знаете, такое, для легена. Ой, а вы знаете, у меня есть одна хорошая идея. Так, что там... Дофига пуля, пистолет. О, гвань какая. Прям как я люблю. Добро пожаловать в наш ночной кошмар, ублюдки. Прям тебе в бошку. Ну и тебе, приятель, достанется, не переживай. Даст, ту даст. Ладно, у меня хп мало, я поэтому, ну, на себе отрегенюсь. Или на твоей подруге, я еще не решил. Ой, да умрите, ублюдки. Че-то менты уже там. А, не, это военные какие-то уже. Ну да. Что и требовалось доказать, да? Блять, ты уже сам сдох. Давайте возьмем эмочку. А я тоже умею стрелять с М16. А ты думал. Так, гранату с этого педика. А, чуваку, походу, как хорошо. Что-то подлагивает немного, ну ладно. Неважно. Остановили нахрен этот поезд его тупой башкой. Зачистить стоянку грузовиков. А чё эти дальнобойщики хреново-то сделали, нормальные парни. Так, ну, через эту хрень мы не пойдем. Через канализацию городскую. Через поля, через леса. Сам он! Кто-нибудь позвоните копам. Подумаешь, чувак бегает с М16, это ж Америка. Тут разрешено носить оружие с собой. Ой. Я еще пока никого не убил тут. Ну ладно, как хочешь. Я бы, наверное, просто так не зашел бы. Ну раз вы хотите так. Ладно, переберегу эмку на черный день. Получено очко воскрешения. Да? Сучка. А вот сучка. Она уже сдохла сама. Ну ладно. Будем считать, что здание зачищено. У нас там несколько копов. Кто позвонил? Ты? Ну ладно, хорошо, не буду убивать тебя. Меня понимает только мое оружие. Где ты эту фразу уже слышал? Например, в постеле. Jesus, мать его, Крайс. Это жестокие его строители.
Ляг, отдохни на лавке. Так, все передохли уже, да? Ладно, давайте, знаете что, повеселее возьмем пистолет наш. Ну, после тебя, конечно же, и тебя. И тебя. Подождите, люди, я перезаряжусь немного. О, пошла веселуха! Двоих одним ударом. Ноги. Я тебе не разрешал вставать, ублюдок. Звоните копам! Ребята, тут армию вызывать надо. Только тогда меня развеселит немного. Баллона пострелять. Короне не станет тебя оплакивать, они до этого не доживут. Больной ублюдок. Я прав, коп? Как-то не брутально он их убивает. Вот если он там башку ему отрезал. Вот, вот. Вот это другой разговор был, а то перерезал, там одну пулю пустил в лоб. Не, ну это красиво было. Убивает, ну как-то, знаете, без лишней жестокости. А, ты не выжил? Нет, ты выжил. Молодец, красавчик, уважаю. Когда кого-то, кстати, добиваю, никто на меня не агрится. Это хорошо. Чё, пришла за персиками в час ночи, да? Сучка. Так, ну, кто выжил... Пускай остальным расскажу, чтобы сюда не ходили больше. Никогда. И вообще валили с этого города. Кстати, интересно, вот копы, да, вот здесь есть. А где скорая помощь, я не знаю. Столько пострадавших. Почему никто не вызовет скорую помощь? Так, вот сейчас начинается жопоболь. Это так называю. Гребаные сватовцы. Когда их много, это жесть. Зарезал. Террорист Вин. А, давайте возьмем что-нибудь пожестче. Как они любят. Ублюдки. Так, не, мы просто так не умрем. Мы будем жить, и нас будут помнить. И поэтому мы свалим отсюда. Ублюдок. Ой, ублюдки, сейчас убьют. Ой, сейчас больно будет. Ладно, не успели мы свалить. Сколько у нас там респаунов? 6, наверное. 2. Сучли. Я ведь прав, да? Сучли. Потому что меня убили здесь. Они уже успели обрисовать там кого-то. Просто не твой день. Знаю, больно, неприятно. Я подвергну вас всех огню. Давайте вам туда гранату. Да ёлы-палы, опять что ли? Серьезно? Не. Мы просто так не отступим, да? Приятель.
Ну, тебя я оставлю, ладно уже. Живи. Да ты чё, куда ты? Я ж пошутил. Я уже передумал, чувак. А, вот ты где. Вот если бы ты дальше побежал и не оглядывался бы. Я бы, наверное, тебя оставил бы в живых. Но ты сам захотел. Ты сам на меня побежал такой. Чё, правда? Можно вернуться. Я там как раз не досмотрел футбол, да? Блюдок. Rest in peace. Ну, должен же вам показать. Подожди. О. Ну, на примере этой машины. Стрелять жалко, из нее никак не получится. Нам на самом деле не на ней. Нам, мать ее, на ней ехать. Все. Можно. Теперь вниз по рельсам. Что-то подсказывает, что на следующей станции полно кровищи будет. I mean, there will be. Ну, конечно же, will be. Как же иначе? О, я уже слышу голубей. Осталось 100 человек. А, дальше нельзя? Ну ладно, давайте пешком пройдемся. Загрем здесь что-нибудь поэпичней. Ой, прости, приятель, я хотел пистолетом тебя убить. Ой, да-да, ножом. Просто не твой день. Так, сразу наверх. Давайте пустим поезд под откос. Где-то тут я это видел. О, да, мы уже активировали. Офигенно. Получено очко воскрешения. Ой, сколько там людей? Мазафакер! Ублюдком нас назвал. Scare me? Yes, I fucking scare you. Один недобиток ползает, но он скоро сдохнет. Я думаю, веселее вас убивать с автомата. Потому что сколько я его выкину. Dust to dust. Прах к праку. О, торговцы оружием. Вот этих парней я люблю. А у вас откуда волына? Или вы торговцы оружием тоже? Да, это больно. It's fucking hurt. Ой. Вот видите, к чему привело. Я застрелил нечаянно не того. Ну, сейчас этого застрелю. Приятель, куда у тебя УЗИ? Не поделишься? Ладно. Ублюдки! Козлы! Всю жизнь попортили! Ты жив? Надеюсь, ты жив. Ты, мать его, умер. Ты зачем умер? Так не вовремя. Так, ладно, гражданских тут нету. Давайте отбежим пока. Нет смысла. Как это нет смысла? А кто регенить будет?
Да, отлично, попали. Хай все так хренам взорвется. No reason to go there. Ты, ублюдок, умер. Жизни у нас очень мало. Возьмем на всякий случай бронежилет и сменим оружие наше на УЗИ. Охренина. Подожди, приятель. Отлично. А вот ты мне жизни восстановишь? Ты же хороший поймальчик. Да, хороший. Так. Так, что мне надо? Три чувака убить, да? Например, тебя. Стой, тупая. Все равно же догоню. А. И махнуть дайте мне. Rest to rest. Ой, сколько у вас там? Сколько хила? Фьюри. Да, чувак, я ярость. Спасибо за реген. Родина тебя не забудет. Покинуть вокзал. Покинем этот ебаный вокзал. То сейчас менты набегут. А! Без вас, пидорасов, никак, да? Ладно, ловите гранату тогда. Мне не жалко. А, why? Because I need a heal. Ладно, она спряталась под скамейкой. Да, я приду как. Ладно, нам простой народ убивать только по фану. Ой, свалите, ублюдки, уже, а. Пока я добрый. Кто поставил тот поезд сюда? Что произошло? Не знаю, например, ты умер. Welcome to your nightmare, motherfuckers. Так, 51 мента надо убить. Тебя и приятеля твоего. Ой, ой, подожди, где прицел? Спасибо этому дому, идем к другому. А ты далеко собрался, мальчик? Ой, вернее, девочка. Прости, прости меня. Это же Америка. Они не любят мальчик, девочка, там феминизм и все такое, да? Гребаный феминист. Ладно. Я буду убивать всех людей поровну. Praise destiny fulfilled. Сколько там? 43. Отлично. Ой, блядь. Я знаю, в этом здании дохрена купов должно быть. А, не, не дохрена. Интересно, где военные? Где-то придурки с дробовиками. Стой, ты меня отреденишь ведь? Ты хорошая девочка. Ты знаешь, я так даже лучше.
Спасибо. Давайте перезарядим наш любимый пистолет. Возьмем дробовик. Пойдем, мать его, зачистим всех. В этом сраном здании. Бля! Вот поэтому я не особо люблю дробовик. Подожди, приятель, я твоего приятеля добью. Снес ему прям голову вместе с каской. Can you hear your guardian angel crying? I can. Лучше самого себя в ловушку не загонять. А то тебя копы загонят. Так, ты меня подреденешь. Немножко. Так, не брать каку. Вот и военные. Пора собраться силами. Да сейчас все будет. Я только приятель один подреденит немного. Ой, блять, это ж пидорас еще гранатами кидаются. Ну мы вернемся к ним еще. Там мент. Походу, остался охранять машину. Давайте съебем отсюда. Бляха-муха. Нам пизда. У нас там есть вроде еще одно восстановление, да? Я надеюсь. Да, есть. Умри. Я всего лишь хотел перезарядиться. А, у меня не то оружие было взято. Подожди, приятель. Death, the lowest common denominator of all. Так, отлично. Убивать, короче, будем сейчас военных. Who are you fucking? Так, здесь просто перрон. Обойдем вагон. Так. Ты что, этот ебаный столб не можешь обойти? Давай, приятель, не расстраивай меня. Спасибо за эмку. Военный ублюдок. А, ты сам умер. Ну ок. Ой. Извини, приятель, про тебя забыл. Time to die. Так, спасибо, что не умер. Приятель твой, спасибо, что не умер. Благодаря нему только и живу! Все, съебываем отсюда. Ищем реген. Вот наш реген. Спасибо за эмку. А ты что, умер уже, что ли? Одного толчка? Ты слабенький.
Бля, чувак, не застревай. Сука! Нам сейчас нельзя умирать вообще ни в какую. Ладно, беги. Так, ты меня восстановишь. Really спасибо, что подождал. Нет, ты просто умер, как собака. Привет. Думал, я тебя не замечу. Так, и тебе режиком занозим. Сколько там еще военных? Просто. Умри, животное. А, ты живучий. Стой, приятель, не убегай. Ты недостоин жить. Так, еще троих. Бля, ну приятель, давай подходи уже. Я человек со стажем. Мне как-то, знаешь, не по гангу. Железнодорожник. Кто там еще? Ты? Так, нет, дай-ка М-ку мне верни. Ну так не надо было брать М-ку, а сесть где-нибудь в угле, обосраться и забыть обо всем. А, давайте съебывать отсюда просто банально. Они уже не так сильны. Они сплавят против меня армию. Превосходно. Больше трупов. Время сходить даунтаун. Земелька голодна, еще земелька хочет пить. Земелька. Так, ж перевели. Хорошо перевели. Земелька. Что-то похоже на загрузку. Great. An election rally today. О, предвыборный митинг. Ненавижу политику, но еще больше ненавижу политиков. Все эти ничтожества, которые хавают их ложь. Прелестная толпа будущих трупов. Даже перезаряжусь. Так, где политик? Политик свалил, да? Он был просто приоритетной целью. Пойдемте сходим, что поближе. Пойдемте банк рыбанем. Офис.
Что у вас тут за офис такой интересный? Ладно. Не будем растрачивать. Возьмем что-то более эффективное. Ладно. Не в банк. Ну, будем идти еще поближе. Так, что-то там у нас. Кафе? Я люблю кафе. Фига себе, кто-то еще жив остался. Что такое дроби? Взорвем тут все. Хренам. Да я выйти хочу! Вот и нет кафе. Нет той тёлки. Даун, даун. А, постой, не умирай. Я тебе помогу. Убожество. Чё, пойдёте сходим тогда? Банк? Только я не могу просто так уйти. Заправку взорвать было. Другое дело. Жечь деньги в банке. Чё, сожжём? Плакали ваши денежки. Вот здесь веселуха будет сейчас. Да, больно. Так а что, не все деньги жёг, что ли? Даст, ту даст. Больше дроби в одно лицо. Да блин, а чё, реально не все бабки еще жёг? По-моему, все. Достаточно их количество. Ой, блядь, как там менять гранат? А, 4. О, коктейль Молотова. Да, приятель. Я жёг всю твою зарплату. Не трогай бяку. Пойдемте. Ой. Сюда. Я думаю, с одного ресторана у нас сегодня хватит, да? Презентацию нового iPhone. О, iPhone. iPhone-то хорошо.
Ты любишь айфона? Стив Джобс одобряет. Нет, ты не уйдешь. Так, копов нету вроде как. Спалили бабки. Пришли на презентацию айфона. Не надо было тебе выходить из машины. А, побежим. Я так понимаю, в оружейный магазин. Да, приятель. Сегодня просто не твой день. Выставка оружия. Блин! Горите, суки! Суки! Ой, улетела на Луну, короче. Ты только смотри, там не улети. Что? Ну ладно. Такой, знаете, шта? Слышь? Ты там поосторожней своей рыбовозкой. Кто ж поранится? Поранишь еще кого? Меня, например. Да. Твои приятели купы просто по мне стреляли. Если бы они по мне не стреляли бы, жертв было бы куда меньше. О, так. Мы хорошо пришли. Смотрю, там базука лежит. Бля! Чё-то как-то меня в угол зажали. Патроны закончились, пидоры. Ладно, не беда. Еще 4 попытки осталось. Да, эмки у нас закончились. Я ничего на гранату вытянул. Хотел пушку вытянуть. Да хер с ним. Да? А ему пистолета хватит. Вполне. Чтоб жизнь малина не казалась. Кто ты? О, подожди. Мне, кстати, пушку свою дашь? Добил. Who are you are? Так, ладно. Давайте, знаете что? Сходим за регеном. Я вас тут ни от чего не отвлекаю. И твою суку подругу сейчас еще. Стой. А ей 3 пули. Ладно, пойдем. Догоним этого хмыря. Машина монтажки.
Так, что нам там надо? Уничтожить массу людей. Ты масса? Не сегодня. Свинья. Тихо. Знаю я ваши копские машины. Let me introduce myself. I'm a man of hate and disgust. Не знаю, как-то так. Гори. Так, мне бы немного регена не помешало бы. Блять. Приятель. Спасибо за ХП. Я не знаю, что бы я без тебя делал. Так, 38 человек, да? Еще, мать его, 38 человек. Да стой! Бля, ну ладно. Нет, ты, сука, уже сдохла. Хотела подобрать, но передумала. Мудрое решение, но тебя это не спасло. Не стоило и пытаться. Так, я, походу, шотган вытянул. Вот он мой маленький. Вот он мой хорошенький. Жди. Вот так вот. Он своего убил, видели? Это был не я. Я думаю, с копами бесполезно воевать, ёбы. Они сами ее убили. Нам нужны гражданские. Такие, как он. Он... Стой, 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 стой. Я тебя заодно еще подрегеню. Ну, не тебя, а себя, конечно же. Великий сапог регена. Приятного вам дня. Ладно, ты сейчас коктейль молота просто так истратил. Давайте. Сваливать отсюда. Нам нужны гражданские. У нас жива еще была. Не заслужишь естественной смерти. Так, 21 человек нужно. Вы откуда взялись уже? Лашпети. Ладно, копы. Копы вы хреновые.
Ладно, минус копы. Нам потом зачтется. Стой! Хуже будет. Ай, ладно, хер до тебя. Их дружков заберем. Опять-то, сука, не выжила. Ты хоть выжила? Нет. Там бы ХП. Где там ХП? Я знаю, вы любите спавниться. Так, ну, ты вроде такая хорошая, выдержишь удар с ноги. Хороший такой. Да стой ты. О, сразу бы так. Time to rest. Сколько там осталось? 18? А, 4, ё. Мало. Главное, не слизь. Шуманули нас. Только живи. Не умирай раньше времени. Не, приятели. Не сегодня. Я еще не отреденился. Пойду в бургеры зайду. Стой. Далеко не уходи. Далеко сказал, не уходи. Да. Ну, от тебя еще. Подреденешь меня. Еще двое. This is Sparta! Ну, все. О, солдат еще. Осторожней, паркуйся. Не учили, что ли? Солдафоны. О, пойдемте в банке лучше засядем. В банке оно попроще будет, да? Прицела ни хрена не видно. Не знаю, без лишних слов. Ах, вы суки. Нет, давайте. МП-5 возьмем. Как вам граната? Понравилась? Напоследок. И по своим лупят.
4 очка воскрешения. Да нормально, чё, 29 военных. Ребят, прицел не видно. Ну, белый, поверьте мне, еще более не видно. Еще мелкий такой. Точно после этой серии изменю его. Да, приятель. Не надо мне искать, я сам вас найду. Что-то граната тут какая. О! Ой, пошло хорошо. Ой, хорошо. Где прицел? Вот прицел. Опять шуманули меня. Суки! Не, сейчас мы из этих подвисаний можем и сдохнуть. Давайте поищем гражданских. Ведь, по идее же, они еще остались. Так, гражданские. I kill you all. Зачем ты так рано встала? Спасибо за реген. У меня аж настроение поднялось. Ладно, настало время уходить отсюда. А еще перезарядить дробовик немного. Try harder. Вот 6 солдат. Тебя и дружка твоего. Так, что там, военные что ли засели? Не, обычный спецназ с ментами. Бля, игра виснет. Спасибо за ХП. Ловите, ублюдки. И ты лови. Ой, сколько мяса. Гражданские остались. Ну кто-то же там вопил. А, зайдем сюда. На чай. Ну, хорошо. Теперь можно мочить дальше солдат. А чем подсвечен? Ну ладно. Oh, that's cute. Нам наверх. Ну блин, о, один солдат только. Пуш за темпо. У тебя там что, базука что ли? Ты псих? Ну, это походу какой-то новый уровень извращенства.
спидеры со всех сторон окружили, бежать не дают. Сколько нам еще? 17 солдат? Ну ёбаный в рот. Виапон. Давайте сходим за Виапоном. Возьмем кевлара. Кевлара, блин. Пошел нахуй. Shut the fuck up and die. Нет, ну я не могу с этим прицелом. Параметры. Вот игры. Побольше, что ли? Нет, такой не смотрится. Зеленый. Гена. Все равно какие-то, какой-то мелкий. Йолло. Ну тебя нахер. Так, где военные? Где вы их спрятали? А вон во сколько тут. Так, сразу 14. А вот еще военные прибыли. Потные вы, приятели, вам скажу так. Потные и долги. Чувак, через боль, через страдания мы вас всех сделаем. Так, нам бы... броник, что ли? Мать его, жилет. Так, блядь. Опять нихера не видно этот прицел. О, спасибо за ХП. Бля! Чё-то вас там дохрена, вам не кажется? Двенадцать. Да, военные здесь, они, блядь, жестокие. This is just the beginning. Блядь, спрячь свою базуку, пока никто не пострадал. Ты что делаешь, чепушила? С базуками на меня ходят. Вообще, блин, ни грамма совести. Quiet. Тихо. Так, там машина. Машина-то плохо. Бронебойная машина, только почему, когда я в ней езжу, то она не бронебойная становится. Так, вояки, вы где? Людишки отреспавнились.
надо съебывать отсюда. У нас бегут уже в ловушку. Ну ебаный в рот, я не хочу умереть. Он на стуле вонючем нас заперли. Мать его, легкий уровень. Маму свою постреляй, ублюдок. 5 военных, блин. Дают добить. Ну, кто-нибудь позовет копов сюда? Ну, или военных? Что лучше? Неуловимый. Ладно, минус один. Fuck you. Ублюдок! Ладно, ты не выжил. Свои же его подстрелили, как собаку. Блять, 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 ловушка. А нет. Норм. Так, реген. Бери свою базуку, пока реально никто не пострадал. Сука, ну серьезно? Последняя попытка, да? Чё, давайте сваливать отсюда. Тут город и так уже усеян трупами. Скоро чума начнется, блин. Фух, вот такие вот потные тут миссии. Просто идем отсюда. Ой, блядь, нам же на другую сторону. Просто мужик с автоматом бежит. Тогда ты за них всех восстановишь мне хп. Ты, блядь, умер? Ты серьезно? А ты хоть не умрешь? Сука. Просто, мать его, бежать! Ебать, еще ты тут? Успел вроде как. Вся нация под угрозой смерти. Я воплощение геноцида. Ну, хватит развлекаться, я должен попасть на электростанцию. Сначала надо найти что-нибудь сильно взрывчатое. Тут неподалеку армейская база, пора нанести им неприятный визит. На армейскую базу пойдем. О, это было сложно. Вот на это, походу, я вчера и остановился. О боже.
Ладно, ребята, я думаю, на этом нашу эпическую серию можно закончить, потому что мне надо сделать перерывчик небольшой. Ну, с вами был Зазепа, ставим лайк и ждем следующую серию. Всего хорошего, удачи и пока!